Это вы? Проходите. Среди сонного тумана, в царстве страха и обмана, расскажи мне о дороге той, что стелется под ноги. Приходили. Скажите мне, где Элис? Послушайте, я ее друг. И мне очень важно знать, где она и что с ней. Почему вы молчите? Но вы же зачем-то пришли сейчас? Или ей угрожает опасность? Завтрак. Вы просили разбудить вас в 9 часов. Убили! Убили! Андрей! Андрей! Раз. Четыре, пять. Я тебя иду искать. Сидел здесь, за столом перед зеркалом. Преступник подошел сзади, и удар нанесен сверху острым предметом справа в шею. И после этого жертва, правой рукой зажав рану, видимо, левой схватила вот этот нож для резки бумаги. Возможно. А возможно, он попытался подняться, замахнулся и получил 2 смертельных удара в грудь. Да, и после этого уже рухнула замертво, как подкошенная. Он рухнул. Он, я имел в виду, она жертва. К чему все эти метаморфозы? Мужчина, переодетый в женский костюм. Содомия. А где эта мадам? В соседнем номере. Вы закончите здесь все. Осмотрите. Да. Развлекайтесь. Шампанского? Нет. Что это вы мне тут пишете? А вы? Что вы мне написали? Что это за бред? Я больше не могу, я уезжаю. Я больше не могу, я уезжаю. Я здесь больше никому не нужна. Перестаньте, Нина, что за капризы? Вы же не ребенок. Я женщина. О, Господи, да о чем вы?
Вы же знаете, зачем мы здесь. Вы знаете, как высоки ставки. Неужели вы думаете, что достаточно вот так вот просто всплакнуть, и все вас забудут, простят вам долг? Долг, долг. Я уже стократно отработал свой долг. Молчать! Что? Ваша задача соблазнить Брауна и добраться до его исследований. Вообще не понимаю, почему вы до сих пор не в его постели? Как вы смеете? Да ставьте эти ваши дамские штучки. Как я смею, вы будете делать то, что я вам скажу. И до тех пор, пока это будет необходимо. Иначе... Вы знаете, Нина, наказание за предательство у нас одно. Андреа был моим ассистентом. Помогал мне во всем. Он мне как сын был. А почему он в дамском платье? Он актер и репетировал роль. Женскую роль для будущей пьесы в Петербурге. Скажите, а где вы были этой ночью? Я? Я приняла снотворное и крепко спала в своей постели. В одиночестве? Что за вопрос? Господи, я же сказала, что приняла снотворное. Конечно, одна. Да вы не волнуйтесь, вы вспомните, с кем встречался Андреа после вашего приезда в Затонск. Мы здесь всего несколько дней. Пожалуй, только со мной. Андре так шло мое платье. Представьте, оно было ему совершенно впору. Как будто на него и пошито. Так значит, покушались на вас? На меня? Бог мой. Убийца решил, что Андре переодетый вы. Только почему он искал вас в том номере? Мы поменялись номерами. Андрей не имел никаких возражений. Не понимаю. А видите ли, у меня разболелась голова, и я решила, что в том номере какая-то дурная аура. Все эти визитеры. С чем идут к вам все эти визитеры? Я составляю гороскопы. Люди так хотят знать о своем будущем. Хоть что-нибудь. Ну, хотя бы намек. Мне нужен список всех, кто приходил к вам в тот самый номер. Это невозможно. Люди мне доверяют самое сокровенное. Я конфидент. Мадам, вы понимаете, произошло убийство. Умоляю. Я совершенно без сил. Дайте мне побыть одной. Будьте милосердны. Конечно. Но у меня еще будут вопросы. Жан, какие новости? Я ездил по адресу, который вы мне указали. Там не слышали никакой англичанки. Вроде не врут. Ну что ж, продолжайте поиск. А, кстати, что доктор? У него все как обычно. Работа, дом, работа. Никаких новых знакомых, никаких подозрительных связей.
Но знаете, что интересно? За ним наблюдают шавки Штольмана. Но было бы странно, если бы Штольман не заподозрил Милца в похищении Элис. Продолжайте наблюдение. Трогай ловочек. Давай. Возможно, убийца принял переодетого Андре за мадам Дебо. Она была его целью. К тому же он не знал, что мадам этой ночью ночевала в другом номере. Свежий вексель от некоего Сеславина, подписанный вчера на 100 рублей. Интересно. Узнаете у портье, кто такой? Да. За вторжение. Господин Рябушинский, я же запретил вам приходить на место преступления. Нет, ну, конечно, это прискорбно слышать для представителя прессы, но я могу быть вам очень полезен. Я кое-что знаю об этой самой мадам Дебо. Слушаю вас. Ну, я надеюсь, что вы тоже поделитесь со мной сведениями. Непременно. Ну, так вот, это мадам Дебо подбирает прислугу для одиноких господ, руководствуясь гороскопами и всякой там прочей астральной чепухой. Но ее протеже не какие-нибудь крестьянские девки. Ее протеже ухожены, воспитаны и даже очень образованы. Учтите, никто вам в этом не признается, потому что официально люди приходят сюда лишь только для того, чтобы мадам составила им персональный гороскоп. Конечно, ей все доверяют, она же конфидент. Вот. Вот видите, как я помогаю следствию. Скажите, а у вас уже есть подозреваемый? И какая же истинная цель пребывания мадам здесь, в Затонске? Не знаю. Благодарю вас, больше не задерживаю. Яков Платонович, подождите, а как же наш обмен? Моя газета очень нуждается в свежем материале. Яков Платонович, ну что? Напишите о благоустройстве города. Ну хоть что-нибудь скажите, Яков Платонович! Доброе утро. Доброе утро. Плохо спала? Плохо спала. Опять эти сны? Опять эти сны. Ах, боже мой, опять эти сны. Может, тебе и вправду на воды съездить? Мам, ну какие воды? Утром, когда вы еще спали, к вам какая-то крестьянка приходила. Какая крестьянка? Какая крестьянка? Молодая. Говорит, барышню хочу повидать. Ну, я ей сказала, что приходила позже. Просьба у нее какая-то была. Ну, как она хоть выглядела? Да, обыкновенно. Ну, она вся в платок заверчена. Да я как-то особо и не приглядывалась. Говорила, правда, как-то чудно. Как цыганка или чухонка. Ну, значит, еще придет. Все ходит и ходит. Словно ты знахарка какая. Вы уверены? Это был он? Конечно. Он часто сюда захаживает. Видел, как он заходил в номер мадам. А в котором часу? Да час назад. Возьму колодочку. Позвольте. Да. Любезный, кто вчера приходил к мадам Дебо? Да много тут всякого народу ходит. Кто же знает, куда, зачем. Они не докладываются. А может, тебе в участке будет удобнее вспомнить? Да нет уж. Тамара Зуева приходила, сестра купца Зуева. А больше никого и не было. Ей-богу. А вот мадам утверждает, что посетителей много было. У нее аж мигрень разыгралась. Да нет. Никого более не было. Вроде. Вроде. А, да, сама она в город выходила. Не раз. Было дело. Почему нигде не записано, что мадам Дебо поменялась комнатами со своим помощником? Так-то в ночи уже было. Мадам Цветобоев не глянулся. Сказывала, заснуть от него никак не может. А записи верно. Не сделал. Запамятовал. А это кто такой? Кто такой Сеславин? А, Сеславин?
постоялец в пятом номере. Серьезный, состоятельный. А по каким таким делам господин Стеславин в Затонск прибыл? Не знаю. Ничего ты не знаешь, любезный. Плохо. Может, заметил, кто вчера ночью приходил в комнату к Андре? Спал я тут в каморке. Не слышал ничего. Антон Андреевич, идите побеседуйте с господином Всеславиным. А после не забудьте обыскать его комнату и, конечно же, уточнить у мадам Дебо, зачем она ездила в город и кто еще, кроме Тамары Зуевой, к ней приходил. А если господин Всеславин будет возражать? То в кандалы его и в холодную. Похвально. Исполняйте, Антон Андреевич. Войдите, открыто. Ты что, уезжаешь? Да, уезжаю. Что случилось? Ничего, это все невыносимо. Да ты успокойся. Что невыносимо? Все. Я тебе не нужна. И в этом причина? А что, этого недостаточно? Ты думаешь, я железная? Нет, но почему сейчас вдруг? Это не вдруг. Просто я сегодня утром проснулась и поняла, что я одна. Понимаешь, одна. Что ты на меня так смотришь? Неужели ты не видишь во мне ничего человеческого? Я думаю, тебе лучше уехать. Чтобы не мозолить тебе глаза. Кто там? Прошу прощения, вам письмо. Войдите. Мне надо побыть одной. Плохие новости? Нет. Я прошу тебя зайти ко мне сегодня вечером. Очень тебя прошу. Славин. Чем обязан? Полиция, позвольте войти. А в чем, собственно, дело? Дело в том, что в комнате убитого найден вексель, вами подписанный. Хотелось бы знать, за что вы ему заплатили. Это никого не касается. Мы ведем следствие, и вы обязаны отвечать. Я не убивал этого господина, и мои дела с ним не имеют к убийству никакого отношения. Ну что ж. В таком случае, собирайтесь, вы задержаны. Вот тебе, голубчик. Анна Викторовна, какая удача, как раз вы мне и нужны. А подождите, куда вы? У меня к вам разговор и весьма интригующий. Ваши интриги, Алексей Егорович, обычно заканчиваются лживыми статьями. Напрасно вы так, я следую только фактам. И сегодняшнее убийство в гостинице – это факт. Какое убийство? А, вы ж ничего не знаете. Убит ассистент мадам Дебо, Ники Андре. И он был в женском платье. И это тоже факт. Чего в платье? Не знаю. Кто такая эта мадам Дебо? Конфидент. Подбирает для очень богатых людей прислугу. Горничных, служанок с особым кругом обязанностей, которые готовы служить, так сказать, господину и душой, и телом. Надеюсь, вы меня понимаете? Какая мерзость. А вот ваш дядя так не думает. А что мой дядя? А то, что он сегодня встречался с этой мадам Дебо, так сказать, тет-а-тет. Ну, откуда вам это известно? Партье сказал. Он знает его, как облупленного. Это все ерунда. Зачем моему дяде услуги какой-то мадам Дебо? А вот я тоже думаю, зачем самому известному ловеласу в городе ее услуги? Неужели он сам без посторонней помощи не может найти себе, так сказать, пассию? Стареет, наверное. Знаете что? Если Петр Иванович и встречался с некой мадам, так это не значит ровным счетом ничего.
Это все ваши выдумки. Ничего, это мои не выдумки. Я следую только фактам. А вот ваш дядя может попасть в очень неприятную историю, потому что о чем-то шептался с этой мадам Дебо сразу после убийства. Если вы и напишете об этом в своей газетенке, так ничего, кроме сплетен, вы не посеете. И на Петра Миронова ляжет тень подозрения. Но я ведь могу повременить с публикацией, да? Что вам нужно от меня? Я провожу самостоятельно небольшое расследование. И вы должны мне помочь. Договорились? Ни капли не сомневалась, что найду тебя именно здесь. В этом городе не так много мест, пригодных для моего обитания. Ты знаешь об убийстве? Ну, я видел тело. Скажи мне, пожалуйста, для чего тебе понадобилась эта мадам Дебо? Я нанес визит вежливости своей старинной петербургской знакомой, может быть. И все. Понятно. Вот. Домой идешь? Скоро. Гляньте, Антон Андреевич. Зачем у Затонски такие деньжища? Бог его знает. Может, домишко решил прикупить. Город у нас тихий, уютный. Здесь что-то поинтереснее. И вот дама с такой репутацией вдруг появляется в городе. Открыто селится в гостинице, при этом привозит с собой молодого ассистента. Ну, конечно, это вызвало кривотолки. Да. А пуще всех старается господин Рябушинский. Еще бы. Смерть ассистента-конфидента, да еще одетого в женское платье. Ну, естественно, это лакомый кусок для его газетенки. Конфидент. Нет, да просто неслыханно. Не понимаю, почему ее не арестовали сразу после приезда. Помилуй, а за что? Нет законов против подобного рода деятельности. Не понимаю, почему. Маш, тебе в прокурора. Кстати, эта дама довольно известна в Петербурге. Кирилл Владимирович, вы не слыхали? Приходилось. Некоторые известные мне лица пользовались ее услугами. Неужели эти лица из высшего света? Увы. Я имен, разумеется, называть не буду. Неслыханно. Это невозможно. Что делать? В любом социальном сословии есть личности невысоких моральных принципов. Увы. Мир несовершенен. А давайте поговорим о чем-нибудь другом. Не понимаю, почему нужно было касаться этой темы присутствия Анны. Мам, ну о чем вы говорите? С утра весь город только об этом и судачит. Марья Тимофеевна, благодарю вас. Обед был просто великолепен. Анна Викторовна, позвольте мне пригласить вас пройтись. О, да, конечно. Мои личные обстоятельства таковы, что, вероятно, я скоро уеду за границу надолго. Куда же вы едете? В Англию. Мы могли бы поехать вместе, если бы вы приняли мое предложение. Я пока не готова. Я не тороплю вас. Время еще есть. А как было бы хорошо, если бы вы уехали со мной. Вам надо сменить обстановку. К тому же в Лондоне существует давняя и сильная традиция спиритизма. Ваш талант смог бы развиться там и обрести новые грани, новые применения. Возможно, но я как-то не могу представить себя, живущей за границей. Если вы примете мое предложение, я никуда не уеду. Мы будем жить в России.
если захотите, в Петербурге. А если нет, то здесь, в Затонске. Тут у вас хорошо. Почему вы нет? Кирилл Владимирович. Молчу. Я жду и надеюсь. Надеюсь, все что. Испытывай терпение князя. Ну, оставьте это мне, пожалуйста. Что это такое? Ну, что происходит в этом доме? Еще эта история с этой мадам. Эти слухи об отношениях твоего дяди с этой конфиденткой. Только такой славы нам не хватало. Боюсь даже представить, что их там связывает. Ну, что могло их связывать? Просто петербургское знакомство. Ну, не знаю, не знаю. Поговори с ним. О чем? Он взрослый мужчина. Я прошу тебя, ну, поговори с ним. Он слушает только тебя. Выясни там, в чем дело, меня. Это очень беспокоит. Ну, хорошо. Хорошо. Не понимаю, зачем понадобилось тащить меня в полицейский участок? Обстановка у нас располагает к доверительным беседам. Вы зачем в Затонск приехали? По личному делу. Какое дело? Хочу дом купить. С чего? Родственники здесь у вас или дела? Ни того, ни другого. А что? Славный городишко. Вы мне расскажите, знакомы ли вы с мадам Дебо? Нет, а кто это? И с ассистентом ее не знакомы? С каким еще ассистентом? Андре, которому вы выписали вексель на 100 рублей. Он убит. Вексель выписан вчерашним числом. Так что расскажите, что вас связывало. Я занимал у него деньги, вот, вернул. Вы у Андре? Правду говорите, убийство произошло. Когда вы его вчера видели? Не помню. Вечером. Вот, обнаружено при обыске. Ваши? Мои. А что, деньги нынче запрещены? Что? Нож, наваха, подарок друга. Приготовили его для встречи с Андре? Я никого не убивал и не желаю больше отвечать на ваши вопросы. Можете не отвечать. Задержаны вы по подозрению в убийстве. Уводите. Это полная чушь. Значит, я требую прислать ко мне адвоката. Непременно. Каков? Следов крови на ноже нет. Это понятно. Но обнаружен он в потайном кармане. Выяснили, кто встречался с Дебо? Да, но сама мадам отказалась рассказать о своих визитах. Но я опросил служащих и жителей гостиницы. Приходила некто купчиха Зуева. Больше никого не было. Вот к Зуевой отправляйтесь. В гостинице кто-то дежурит? Да, оставил гардеволу, мало ли что. Мало ли что. И вот еще что. Жан, вы, наверное, заметили, что Нина Аркадьевна в последнее время, ну, как бы это сказать, ну, в расстроенных чувствах, да? Видимо, устала. Я чего боюсь, что она может расклеиться, и тогда нам, возможно, ожидать от нее опрометчивых поступков. Агарцева! И это может быть для нас очень опасно, понимаете? Понимаю, месье. Ангар! Но если это случится, тогда надо будет спасать положение.
Вы готовы на крайние меры по моему указанию? Всегда готов служить вашему сиятельству. Продолжим? Нет. Сегодня достаточно, Жан. Хорошо. Спасибо. Вызываю дух Андре. Дух Андре, явись мне. Дух Андре, явись мне. О, Господи. Что это такое? Вы кто? Андре? Прошу вас, ответьте на вопрос, зачем Петр Миронов ходил к мадам? Андрей, вы слышите меня? Я прошу вас, ответьте, кто вас убил? Андрей, кто вас убил? Ты. Не она. Что? Кто она? Она. Прекрасна. Всегда им останусь. Распоряжение князя я выполняю поскольку это совпадает с вашими планами. То, что я сейчас живу в его доме, ничего не значит. Я могу вовсе ехать в любую минуту, если это вас не устраивает. Нет. Оставайтесь у князя, но имейте в виду, что наша дружба очень скоро может закончиться. Будьте готовы. Понял вас. Я на вас рассчитываю. Целиком и полностью, мадам. Итак, было нанесено 3 удара. 1 в шею и 2 удара в грудь. Причем, судя по характеру ран, я могу сказать, что орудие убийства, скорее всего, было острым и узким. А вот ровность порезов и отсутствие синяков говорят скорее о том, что убийца действовал умело. Рука его была тверда. То есть удары ножом произведены не как попало, а убийца наносил точные уколы в уязвимые места. Не похоже на убийство в состоянии умоиступления. Яков Платоныч, я бы на вашем месте и не торопился с этим выводом. Вот посмотрите, удар в шею был нанесен, я бы сказал, с хирургической точностью. Одного этого удара вполне было бы достаточно, чтобы жертва скончалась. Он перебил и сонную артерию гортань. То есть, по-вашему, удары в грудь свидетельствуют о том, что он был вне себя? Я полагаю, что так. Спасибо, доктор, за подробнейший анализ. И как вы только все успеваете? По-прежнему без помощников? Да нет, слава богу. Прислали недавно одного фельдшера. Вроде парень толковый. Я при случае вас познакомлю. Благодарю. Аким Гордеевич, не увязчик тут, не сходится цифры-то. Так это Евсей Данилович после выплаты дорожных накладных. Батюшки, явилась. Я вот хлеба и булок купила. Большое дело, полдня за хлебом ходила. Но не сидеть же мне дома целыми днями. А не надо сидеть, по дому надо что-то делать. Хватит. Самовар поставить некому, ножи не точены. С ножами ты и сама умеешь управляться. Даром, что ли, дочь мясника? У меня своих забот хватает. Да будет тебе, Тамара. Ульяна и так целый день по хозяйству хлопочет. Ну, знаю я, да, как она хлопочет. Да уймись уже! Иди на склад! Товар проверь! Целый день дышу этой пылью на этом складе. Ой.
Не тревожься, голубушка. Тамара сегодня не с той ноги стала. Прошу прощения. Вам кого? Тамара Зуева, это вы? Ну да. Чего надобно? Я Антон Коробейников из полиции. Имею к вам несколько вопросов. Какие же вопросы у полиции? По поводу убийства в гостинице. Вы слышали? А я-то тут при чем? Некогда мне с вами толковать. По хозяйству дел полно. Послушайте, вы были вчера в гостинице у мадам Дебо? Ведь так? Не знаю никакой мадам. Глаза ее не видала. Угу. А портье в гостинице говорит, что видел вас, и что у вас с мадам Дебо была долгая, продолжительная беседа. Только брату ничего не говорите. На первый взгляд, очень простое дело, но весьма, весьма запутанное. Тамара Зуева рассказала, что она приходила к госпоже Дебо. Дебо, в свою очередь, отрицает всякие визиты. И что? Купчиха Зуева рассказала, что приходила к Дебо за деньгами. Дебо совершила покупки за день до этого. Просила не рассказывать об этом брату, купцу Зуеву. И что за секреты такие? Дело в том, что мадам Дебо купила вещи в кредит, чего Зуев никогда бы не допустил. И очень осерчает, если узнает. Может быть, даже отлучит сестру от дел. А ей бы этого очень не хотелось. Не понимаю, почему же мадам утаила визит Зуевой? Бытовые хлопоты, не более? И я не понимаю. Вот. Более того, купца Зуева я тревожить не стал без вашего ведома. Вот это правильно. Да. Аннет, что мучает тебя? Хандра ли смутная тревога? Неужто наконец-то влюблена? Дядь, пожалуйста. Я и так себя чувствую зрителем провинциального театра. Что случилось? Понимаешь, он себя ведет, словно актер на сцене. Все время заламывает руки, театрально декламирует что-то. Этот Андре. И вообще, знаешь, он какой-то весь такой драматичный. Ну? Я его не понимаю. Он ведь вроде актером и был. Произносил при жизни монологи. Многословные, выспренные, страстные. Может быть, ты мне просто расскажешь, зачем ты ходил к мадам? И мне не нужно будет мучиться с Андре. А может быть, ты оставишь этого Андре в покое? По поводу мадам я тебе скажу, что... Я тебе скажу, что я чист, как ангел. Понимаешь, этот Андре, он заинтересовал меня. Такое чувство, что он влюблен. Ну, не в мадам же, в самом деле. Почему бы и нет? Да ну, не верю. Он говорил о предмете своей любви с таким чувством. Ты знаешь, я думаю, что здесь жесткий треугольник. Андре влюблен в некую девушку, а мадам влюблена в Андре. Мадам влюблена? Все-таки ты ее знаешь. Ну вот. Опять театр одного актера. Там Андре. Кто это? Это она тебя убила? Андре. Девушку мне показал. Чернокожую. Что значит чернокожую? Да то и значит негритянку. Это его фантазии. Фантазии. Дядя, ну какие могут быть у духа фантазии?
Подожди. Ну, послушай. У духа есть своя жизнь. А раз есть своя жизнь, следовательно, и фантазии могут быть. Вот и все. Угу. Угу. Слушай, а может быть, эта девушка, она подопечная мадам? Негритянка? Подопечная? Да. Мадам? Все. Ложись-ка ты лучше спать. Чего бы и нет. Что человеческое нам не чуждо, Яков Платонович. Я уже думала, ты не придешь. Минут. Okay. Эксперимент подходит к завершающей фазе. Пишите. Газ сохраняет свои отравляющие свойства долгое время. Поэтому мы больше не можем проводить эксперименты в лесу. Могут быть жертвы среди населения. А где же мы тогда будем его испытывать? Только здесь. Ну, мы же не можем проследить его динамику распространения под открытым небом. Тогда нам нужно больше солдат для оцепления большей территории. Кстати, нашли тот солдат, который потерялся после вчерашних испытаний? По-моему, нет. Насколько я понимаю, команда до сих пор прочесывает лес. Я рад, что ты пришел. Ну, не молчи. Поговори со мной. Я действительно считаю, что тебе лучше уехать. Я уеду. Все равно уеду. Пусть они меня убьют. Кто? Ну, расскажи мне все. Я хочу тебе помочь. Правда? Пожалуйста, посиди со мной. Ты что-то хотела сказать? Я не хочу разговаривать. Послушай, сейчас подходящий момент. Другого такого может не быть. Расскажи мне все. Что? Что все? Ты когда-то спасла мне жизнь. Дай мне отплатить тем же. Я спасла тебя бескорыстно. Ты требуешь плату. Ну какую плату? Каких-то признаний. Мне не в чем тебе признаваться. Ну тогда и бояться тебе нечего. На что ты способен? Пока ты покрываешь князя, я ничем не смогу тебе помочь.